Доброе утро, уважаемые участники. Мы через минуты две начнем наш вебинар. Пока будем ждать, чтобы все подключились. Санжар, салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. Hello, can you hear me? Hello, Mr. Kim. Yes, we can hear you. Great. Great. See you. Mirgul, is it true? Yes. Yeah, is it true? Just so. So, this is the presentation is barro, yeah? Can you see the Sasha Jurgen? So, on course, it's quite a very similar way. Мен сізге бүгін тағы да жібергем, еткені үш қосымша слайд тағы да жіберген. Жақсы, түсіндім. Уважаемые коллеги, участники, кто только подключается, мы еще подождем пару минут и потом начнем наш вебинар. Еще раз доброе утро. Я думаю, еще минуту подождем и потом начнем, потому что я вижу, что еще подключаются участники. Ну, я думаю, мы можем начинать. Саламу алейкум, салемат сіздерме, здравствуйте, доброе утро, уважаемые коллеги, партнеры, а также все участники сегодняшнего вебинара. Добро пожаловать, мы очень рады вас видеть и приветствовать на третьем завершающем вебинаре в рамках виртуального Центрально-Азиатского симпозиума по ЕКТ в образовании 2020 года. Меня зовут Миргуль Алпспаева, я являюсь национальным специалистом по программе образования кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы. Как вы знаете, сегодня наш третий вебинар будет проходить на актуальную тему качественное содержание цифровых и открытых образовательных ресурсов для развития навыков в сельских и отдаленных районах при поддержке Корейского целевого фонда и Корейской информационной службы по образованию и исследованиям КЕРИС. Прежде чем начать, я бы хотела кратко ознакомить вас с некоторыми организационными вопросами, поэтому позвольте поделиться своим экраном.
Тимур, вы можете убрать баннер, чтобы я могла поделиться? Минуточку. Я надеюсь, мой экран виден. Как вы знаете, наш симпозиум КАСИ, он проводится по сериям вебинаров. Первый прошел по теме возможности дистанционного образования с использованием ИКТ для учащихся и педагогов в сельских и отдаленных районах Центральной Азии 25 сентября совместно с коллегами офиса ЮНЕСКО в Бангкоке. Второй вебинар на тему «Открытое дистанционное образование для содействия обучению и развитию навыков на протяжении всей жизни» прошел также 7 октября совместно с нашим институтом обучения на протяжении всей жизни ЮНЕСКО. И сегодня третий завершающий вебинар, и он направлен на рассмотрение вопросов качественного содержания цифровых и открытых образовательных ресурсов для развития навыков. И по некоторым организационным вопросам мы бы хотели, чтобы вы убедились, что вы зарегистрированы, и ваш идентификатор состоит из вашего имени, фамилии, страны, организации, чтобы мы, когда будем взаимодействовать с вами, мы могли знать вот ваше имя и организацию. Также просим обратить внимание, что предусмотрена запись вебинара и фотосъемка участников. И вебинар проводится у нас на двух языках, на русском и английском, то есть обеспечивается синхронный перевод. Для подключения перевода вам нужно включить функцию «Перевод» (interpretation) ниже экрана на платформе Zoom и подключить тот канал, который вам нужен, русский или английский. Также ресурсы вебинара будут доступны на сайтах офисов ЮНЕСКО в Бангкоке и Алматы. Коллеги с вами поделятся в чате нужными ссылками для того, чтобы вы получили все материалы, которые касаются вебинара. Также хотелось обратить ваше внимание, что вопросы по презентациям для спикеров будут приниматься через окно вопросов и ответов Q&A Box, который вы также увидите ниже здесь на платформе Zoom. И просим вас формулировать ваши вопросы четко и кратко. Мы будем использовать только окно вопросов и ответов для получения ваших вопросов и ответа на них. Также по окончании вебинара все участники будут автоматически перенаправлены на заполнение небольшой анкеты. Просим вас заполнить ее по завершении данного вебинара, потому что ваше мнение, ваша оценка, она очень важна для нас. И на этом я завершаю некоторые организационные вопросы и позвольте перейти на открытие нашего вебинара, поэтому разрешите передать слово для приветственной речи директору кластерного бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, госпоже Кристе Пикат. Криста, вам слово. Спасибо большое, Миргул. Уважаемые делегаты, уважаемый господин Ким и коллеги из Керис, уважаемые спикеры сегодняшнего вебинара, дорогие участники, партнеры и коллеги. От имени кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы я очень рада вас приветствовать вновь на третьем вебинаре виртуального Центрально-Азиатского симпозиума по ИКТ в образовании 2020 года. Данный вебинар, как вы знаете, завершающий, направлен на рассмотрение качественного содержания цифровых и открытых образовательных ресурсов для развития навыков в сельских и отдаленных районах. Качественные образовательные ресурсы, а также доступ к полезным, релевантным и интерактивным учебникам являются сложной задачей в сельских и отдаленных районах Центральной Азии. Это тем более серьезная проблема во время пандемии COVID-19.
В рамках серии вебинаров, проведенных по ответным мерам на пандемию COVID-19 сектора образования этой весной, представители Министерства образования стран Центральной Азии также отметили проблему доступа к качественному цифровому контенту наравне с недостаточным уровнем ИКТ-навыков и компетенций учителей и учащихся, а также с доступом к интернету. В этой связи на вебинаре сегодня спикеры представят различный опыт стран и инициативы, которые направлены на обеспечение к доступу к качественным цифровым образовательным ресурсам, а также дистанционному обучению в целом. Я хотела бы поблагодарить всех спикеров за сотрудничество и содействие в проведении этого мероприятия. Очень надеюсь, что представленный ими опыт будет актуален и интересен для вас. Пользуясь случаем, разрешите поблагодарить также коллег из КЕРИС за постоянную поддержку и плодотворное сотрудничество в области продвижения ИКТ в образовании в Центральной Азии. Я также хочу выразить благодарность своей команде Мейргул, Айсулу, Айжан, Танила и Айдана, а также Миншун за их усердную работу по организации этой серии вебинаров. Выражаю свою надежду, что в следующем году мы сможем уже провести данный симпозиум в традиционном формате, как это было всегда. Желаю плодотворной работы и активного участия. До следующих встреч. Будьте здоровы. Благодарю за внимание. Кёп рахмет. Спасибо большое, Криста. Я хочу следующее слово передать господину Мин Киму, руководителю Департамента глобального сотрудничества из Корейской информационной службы по образованию и исследованиям КЕРИС. Уважаемый господин Ким, вам слово, пожалуйста. Thank you, Ms. Мейргул. Большое спасибо, госпожа Мейргуль. Слова приветствия Кристе Пикате и всем другим участникам панели, выступающим. Меня зовут Мин Ким Чиф. Я являюсь главой отдела в области высшего образования в области глобального сотрудничества в КЕРИС. Сегодня я хотел бы поблагодарить офис ЮНЕСКО Бангкока, Алматинский кластерный офис Центральной Азии за организацию данного мероприятия. Также слова благодарности всем слушателям в Азии и в других регионах, те, кто участвует в этом мероприятии, несмотря на глобальную пандемию COVID. Также хотел бы передать вам сообщение солидарности тех, кто пострадал и успешно борется с этим кризисом. Надеюсь, что это не дойдет до вас, ваших коллег, ваших семьи. Желаю вам всяческих удач и успехов на пути вперед. Как вы знаете, КЕРИС, он всячески способствует развитию дистанционного образования и образовательных ресурсов. Это специализированная государственная организация при Корейском министерстве образования, которая специализируется на вопросах ИКТ-образования в Корее. И мы официально занимаемся развитием программ помощи в области ИКТ-образования, взаимодействуем в рамках инициатив со странами-партнерами. С учетом содержания и сущности работы, которую проводит КЕРИС, в дополнение к тесному партнерству, которое КЕРИС реализует с ЮНЕСКО и другими партнерскими странами региона Центральной Азии, для нас большое удовольствие выступать сегодня на первом симпозиуме Центральной Азии по ИКТ в образовании. Поэтому для нас большое удовольствие вносить свой вклад в улучшение качества содержания образовательных ресурсов, которые КЕРИС в Корее как раз-таки занимается разработкой данных продуктов уже в течение нескольких лет. И мы надеемся, что в условиях пандемии в Центральной Азии это еще более актуально. С момента пандемии в Корее, которая была первой страной, где COVID оказал мощное воздействие. ИКТ мы считаем, что или дистанционное образование считаем как средство продолжения всех процессов. Мы, конечно, столкнулись с проблемами, но все-таки смогли обеспечить базовые права человека, в частности, образование для всех, даже в этих сложных обстоятельствах. Один из самых серьезных инструментов, который был в Корее, в ее распоряжении, это распространение информации среди учеников, родителей, студентов, заинтересованных сторон с использованием ресурсов.
До пандемии Кирис понимал важность развития ИКТ. То есть, как правило, мы делали это через специализированные курсы KORCW. То есть мы предлагали уже услуги дистанционного обучения. Все это помогло возобновить дистанционное обучение в вузах во время пандемии и стало очень надежным средством обучения для многих на начальном этапе, в первой половине этого года. Нет необходимости говорить об интересе и важности онлайнового образования, и все это находится в центре всевозможных обсуждений для обеспечения устойчивого развития для всех, кто заинтересован в ресурсах дистанционного образования. Также я считаю, что этот симпозиум служит в качестве платформы для того, чтобы давать возможности, чтобы учиться друг у друга, создавать новые партнерства, контакты и, конечно, развивать методы и подходы, которые мы разрабатывали в рамках онлайнового обучения, а также развивать специализированный контент для проведения образования, для его продолжения в условиях пандемии. Мы должны двигаться вперед вместе через совместное сотрудничество, которое будет включительным и эффективным в регионе Центральной Азии. Еще раз большое спасибо. Хотел бы поблагодарить ЮНЕСКО за то, что вы принимаете данное мероприятие, за организацию мероприятия и всех тех, кто активно участвует в данных мероприятиях. Желаю вам всего лучшего, всяческих удач, крепкого здоровья и надеюсь на положительные результаты партнерства, которое мы будем развивать в результате нашего сотрудничества. Здесь большое спасибо. Спасибо большое, мистер Ким, и благодарим Керис за постоянную поддержку данной платформы. Спасибо вам большое. До перехода к основной части, к презентациям, мы бы хотели сделать групповое фото со всеми спикерами, панелистами, поэтому просим вас включить вашу камеру, и мы бы хотели сделать фото. Я надеюсь, все подключились. Просим посмотреть на камеру. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо большое. Ну, теперь перейдем к основной части по нашей программе. Это презентации. Позвольте для первой презентации передать слово нашим коллегам из Керис, госпоже Хью Джи Чой и господину Хуан Сон Юн, для того, чтобы представить презентацию по теме «Усилия по созданию открытой, простой и ресурсной экосистемы дистанционного обучения для высшего образования Кореи». Уважаемые коллеги, вам слово. Да, здравствуйте, я Хо Джи Чой, я исследователь в Керис. Хотелось бы представить услуги, которые предоставляет Керис, а господин Хван Сон, он расскажет о последствиях и важности данных подходов. Подскажите, пожалуйста, видно ли сейчас экран, видно ли презентацию? Да, видно. Итак, в системе высшего образования у нас есть специализированные обучающие услуги. Первая называется KOCW. Это специальный сервис для свободного доступа для всех студентов вузов и других соответствующих организаций в Корее и за рубежом. На самом деле, в декабре 2009 года мы начали поддерживать академическое обучение в вузах страны. Около 180 университетов участвовали в этой программе. Около 1200 курсов добавлялись ежегодно. И в общей сложности общее количество курсов составило 20 тысяч. Итак, данный курс KOCW состоит из самого разного содержания, как внутренних материалов и зарубежных материалов. Это лекции различных вузов и зарубежа.
также лекции победителей Нобелевской премии, также специализированные лекции IP, ICS и другие различные серии лекционных материалов. Данный график показывает текущий статус состояния программы KUCW. 7 тысяч лекций добавлены в внутренние секции, и более 5 тысяч лекций было добавлено по измерению. Теперь давайте двигаемся дальше ко второму виду услуг. Он называется KOER. Это открытые образовательные ресурсы для поддержки дистанционного обучения в системе высшего образования. Мы обеспечиваем платформу и средства для обучения в системе высшего образования. Как я упоминал на предыдущих слайдах, то есть специализированные материалы для обучения, они доступны для вузов, студентов вузов и преподавателей. Например, можно просто подгрузить эту информацию, нажать на кнопочку «Поделиться», и студенты могут получать доступ к данным лекциям очень легко. Это так называемая закрытая платформа для дистанционного обучения, доступ к которой получается через адрес в интернете, который генерируется на момент загрузки информации. Также открытые образовательные ресурсы, специализированная система управления, которая открыта для вузов, которые участвуют в системе LMS, то есть возможность размещения до 50 тысяч пользователей максимально. Последний сервис, который мы предоставляем, называется ACU OER. Это специализированная платформа, которая обеспечивает материалы и содержание для обучения в системе высшего образования для стран ASEAN. То есть, как правило, находится в ведении секретариата Кибер-университета ASEAN. Это онлайновый инструмент, доступ к учебно-методическим материалам обеспечивает. Основная цель – содействовать совершенствованию открытых онлайн-ресурсов по высшему образованию для стран-членов ASEAN. И как на предыдущем слайде, также поддерживается открытая образовательная платформа для стран ASEAN, то есть специализированные онлайновые курсы, которые используются в этой продвинутой системе. Также имеется более 767 наименований различных материалов. Они разрабатываются университетами-членами стран ASEAN. Также теперь господин Квансун представит информацию об использовании данных видов услуг. Хорошо, доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни находились. Итак, Хью только что представила вам очень небольшой взгляд на то, каким образом работает система онлайнового образования, каким образом она функционирует в системе высшего образования в Корее. Так как у нас еще есть время для того, чтобы дать возможность задать вопросы и предоставить ответы, хотел бы поделиться еще парой выводов, которые мы усвоили из различных презентаций. Я полностью осознаю, что хотя корейский пример, конечно, не является решением, которое универсально подходит всем. То есть можно его, конечно, копировать и использовать в других условиях, однако это очень ценный опыт, которые можно учитывать в зависимости от того, где бы вы ни находились. Итак, номер один – система OOR, или цифровое содержание для базового образования, для того, чтобы обеспечивать постоянное использование, то есть тема, которую мы обсуждаем не каждый день. Но я думаю, что никогда не бывает достаточно еще раз подчеркивать и обсуждать важность построение базовой инфраструктуры. И мы всегда пытаемся это особо подчеркнуть, что даже в нашем корейской среде мы чувствуем, что у нас есть пробелы в этой среде, которые могли бы предоставить сектору высшего образования Кореи все необходимые сервисы. И поэтому было бы, конечно, замечательно, если бы могли действительно усилить со стороны всех университеты и колледжи, имеющие всю инфраструктуру, но учитывая, что ресурсов для этого недостаточно, и то, что мы сделали на примере Кореи, вы видите, что здесь, например,
У нас был реализован 5-летний проект поддержки дистанционного обучения, который был запущен для того, чтобы преодолеть вот эти разрывы в навыках дистанционного обучения и для того, чтобы создать региональные хабы для того, чтобы мы могли обеспечить предоставление контента абсолютно всем регионам. Например, что уже было сделано сейчас, это то, что мы сейчас в процессе определение 10 университетов, которые будут работать как региональные центры поддержки дистанционного обучения, и будут они определены в разных регионах Кореи для того, чтобы распространять учебно-методические материалы. Например, это те институты, у которых нет на данный момент, например, инфраструктуры, то в своих школах, на своих базах они должны будут изыскать возможность с кем-то другим поделиться этой инфраструктурой, заимствовать ее у других, если у себя нет. И мы считаем, что, наверное, это один из инструментов поддержки, который действительно может улучшить использование, постоянное, непрерывное использование всего цифрового контента. И второе, о чем я хотела бы сказать, есть различные уровни, скажем, курирования или адаптации, персонализации процессов обучения, которые могут эффективно способствовать дальнейшему распространению ОР и цифровых материалов. И когда мы говорим о персонализации, то мы очень часто думаем о высокоуровневом уровне адаптации, когда мы создаем какие-то сервисы, но, тем не менее, есть еще целый ряд характеристик, которые, может быть, находятся уровнем ниже, но, тем не менее, им также требуется адекватная поддержка для непрерывного использования контента. Например, на одной из платформ в KOC есть сервис, который предоставляет различные уровни контента образовательного в соответствии с корейским национальным стандартом образования. И поэтому есть определенное руководство, которое четко определяет содержание специализированных курсов или соответствующих компетенций. И когда мы говорим о том, каким образом политические решения должны опираться на соответствующие инструменты их внедрения в жизнь, для того чтобы очень четко были определены рамки компетентности или руководства, которые должны предоставить больше практической помощи в процессе разработки контента и его использования. И я думаю, что я уже исчерпал свое время и буду также рад поделиться своими мнениями в следующих сессиях. Спасибо за внимание. Спасибо большое, дорогие Хью Дже и Хуан Сан, за те ресурсы, которые доступны в Корее в системе высшего образования. Я хотела бы напомнить всем участникам, что вы можете задавать свои вопросы спикерам в специальном окне вопросов и ответов Q&A Box здесь на платформе Zoom. И после следующей презентации мы немного прервемся на сессию вопросов и ответов по двум представленным презентациям. Ну, а для следующей презентации позвольте передать слово доктору Ахмету Тлили, со-директору лаборатории открытых образовательных ресурсов Института интеллектуального обучения Пекинского педагогического университета ЮНЕСКО Enrolled Китай, для выступления на тему применения открытых образовательных ресурсов и открытых образовательных практик для обеспечения инклюзивного образования, достижения и видения Enrolled. Доктор Ахмед, вам слово.
Thank you so much. Thank you so much. Спасибо большое, спасибо. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, уважаемые коллеги. И в этой презентации я сегодня поговорю о применении ОР и ООП для обеспечения инклюзивного образования, особенно для тех, кто проживает в сельских районах. И, конечно же, мы будем говорить о достижениях и введении INRULT. INRULT – это тренинговый центр ЮНЕСКО. Он является международным для сельскохозяйственных районов. Но прежде всего хотел бы начать с двух определений. Первое – это определение открытых образовательных ресурсов ООР, а второе – об открытых образовательных практиках. Что такое ООР? ООР – это учебные методические исследовательские материалы. Что конкретно здесь подразумевается? Это те ресурсы, которые являются совершенно бесплатной функцией общественного домена. Это значит, что мы можем бесплатно и свободно получать к ним доступ. Когда это означает, что они бесплатны и свободны, это значит, что мы, по сути дела, не можем использовать эти ресурсы так, как мы хотим, потому что они, конечно же, опубликованы при условии открытой лицензии, которая очень четко определяет, каким образом мы можем использовать эти ресурсы. Поэтому открытые образовательные ресурсы – это ресурсы, которые имеют открытую лицензию и имеются в свободном доступе и публикуются бесплатно. Они обеспечивают очень многие функции, такие как инклюзивное образование, а также усиление обмена знаниями, а также упрощение доступа к образованию и обучение в течение всей жизни. А что касается открытой образовательной практики, ООП, что, собственно, в чем разница между ООР и ООП? ООР в основном фокусируется на контенте, на содержании, содержании, и говорит нам о том, как мы можем создавать, производить и обмениваться открытыми образовательными ресурсами. Однако ООП фокусируется больше на практике. Это означает, что здесь предоставляется информация о том, каким образом мы можем использовать открытые образовательные ресурсы для того, чтобы получить положительный результат. То есть мы не говорим здесь больше о контенте, мы говорим о том, как мы можем использовать открытые образовательные ресурсы для того, чтобы улучшить качество получаемых образовательных результатов, а также приверженность образованию. Таким образом, это основные термины моей сегодняшней презентации. И давайте поговорим о первом вопросе нашего исследования, который мы хотели бы задать организаторам, о том, каким образом мы можем обеспечить доступность качественного цифрового контента для всех. Как это работает? Это действительно очень важный вопрос, и мы идентифицировали несколько навыков или компетенций, которые каждый продюсер, каждый преподаватель должен иметь. Первое – это каким образом правильно искать и выбирать нужные образовательные ресурсы. И во время пандемии COVID-19 мы обнаружили, что очень многие преподаватели и учителя не знают, где найти открытые образовательные ресурсы и как их правильно подбирать. Именно поэтому необходимо предоставить информацию или подсказывать преподавателям, как искать, осуществлять поиск и как выбирать открытые образовательные ресурсы. То есть прежде всего мы должны использовать сначала общие поисковые двигатели, когда мы говорим о таких поисковиках. Это любые поисковики, которые вы обычно используете, например, Baidu, Bing или Google, когда мы говорим о общих поисковых системах, в которых вы можете попытаться найти ответ на любой интересующий вас вопрос. Это первый метод. А второй – есть выделенные специализированные поисковые системы, которые выделены специально для размещения открытых образовательных ресурсов. И здесь мы можем использовать соответствующие поисковые системы, которые открывают только соответствующие материалы, размещенные на условиях открытой лицензии. И таким образом есть разные правила, которые мы можем применять для того, чтобы пользоваться методом
поиска. И впоследствии я предоставлю вам также ссылку на эти ресурсы. Например, использование цитат для того, чтобы найти точный термин или точное предложение. Вы можете использовать Cox, или вы можете использовать плюс для того, чтобы включить или выключить какие-то специфические термины. Таким образом, мы здесь даем определенные рекомендации и руководство о том, каким образом вы можете осуществлять поиск образовательных ресурсов. А второй это здесь мы даем вам огромное количество различных открытых образовательных ресурсов, которые вы можете, любой преподаватель может легко найти для того, чтобы облегчить себе работу. Поэтому мы предоставляем очень популярные образовательные ресурсы, и вы видите, что они специализируются по предметам, то есть те типы предметы, которые содержатся в этом репозитории. Есть многопрофильные ресурсы, которые посвящены самым различным темам. И кроме того, если говорить об образовательном уровне, то мы здесь имеем в виду, например, ваше высшее образование или профессиональное образование, или же промежуточное или 12-летнее школьное образование. И кроме того, у нас также имеются различные услуги. Например, вы можете загрузить, вы можете откомментировать, вы можете сотрудничать. Таким образом, здесь есть общие для преподавателей, репозитории общих доступных образовательных ресурсов, и затем вы можете напечатать именно то, что вас конкретно интересует. То есть мы говорили уже о том, как искать, и теперь мы говорим о том, как выбирать. Как я уже говорила, общие ООР имеются онлайн, и таким образом вы можете тысячи различных ресурсов найти в сети. Но вопрос заключается в том, как вы можете убедиться в том, что вы выбираете самые подходящие и самые высококачественные открытые образовательные ресурсы. И здесь есть критерии, которые могут быть использованы учителями для того, чтобы оценить соответствующий материал в ООР и убедиться в том, что этот материал является качественным. Ну, например, первое – это лицензирование. Как я уже говорила, открытая лицензия определяет, каким образом вы можете применять тот или иной специфический ОР. Таким образом, такие ООР должны обязательно сопровождаться открытой лицензией, которые дают вам право на обновление контента и использование его в нашем контексте. И кроме того, мы говорим об интерактивности, мы говорим об интерактивных среде, и вместо того, чтобы использовать просто документы в PDF или в Word. И кроме того, мы также говорим о точности содержания. Таким образом, это все, что касается поиска и выбора ОР. Второй касается дизайна доступного ОР. Здесь мы даем вам несколько этапов. Первый заключается в подготовке материала. Второй шаг – это обеспечение доступности созданных ОР. Третье – это добавление метаданных, потому что метаданные могут помочь поисковым системам использовать соответствующие индексы, то есть ОР, например, и затем они легко могут быть найдены. Затем присвоение открытой лицензии. И, наконец, пятое – это предоставление доступа к ОР. То есть, как я уже говорил, это те фазы, те шаги, которые необходимы для того, чтобы разрабатывать и использовать ОР онлайн. Кроме того, имеется также несколько этапов того, как мы можем обеспечить дизайн ОР, использование Microsoft Word, который, конечно же, является очень базовым методом редактирования текста. И как вы видите здесь, мы можем, собственно, протестировать такую характеристику, как доступность вашего материала, а также о том, как вы можете метаданные добавлять в это содержание. Как я вам уже говорил, конечно, инструкций очень много. В этой презентации я не могу вам рассказать подробно о каждой из них, но, по крайней мере, вот на этих скриншотах вы видите, каким образом мы можем легко производить и использовать различный ОР.
И кроме того, для того, чтобы создать ООР, есть соответствующие для этого инструменты, которые являются готовыми и которые могут легко быть использованы другими пользователями при создании ООР, и которые также которыми вы можете делиться со своими коллегами. И здесь несколько слов об открытой лицензии. Как я уже говорил, открытая лицензия — это очень важная характеристика, и мы должны о ней знать. То есть для того, чтобы репродуцировать материалы, преподаватели должны знать, каким образом нужно пользоваться ООР и каким образом каждая категория лицензии используется и распределяется. И кроме того, когда мы говорим о дистанционном образовании, то мы должны обязательно комбинировать онлайн и офлайн образование, потому что мы знаем, что инфраструктура зачастую, особенно в сельских районах, не является надежной, и зачастую мобильных девайсов не хватает у людей, поэтому мы должны здесь опираться не только на интернет, но здесь нужно также использовать телекурсы, которые предоставляются по телевидению, и, кроме того, радио. Поэтому здесь мы сможем только в этом случае обеспечить инклюзивность образования при отсутствии интернета. И, конечно же, есть подобного рода рекомендации, которые мы можем для разных заинтересованных участников и тех, кто ответственен за принятие политических решений, предоставить. Какие механизмы должны быть использованы для эффективного использования ООР? И здесь мы говорим об открытых образовательных практиках. И ООП — это практика использования ООР в наиболее эффективно. И в этом контексте мы также проанализировали дефиницию определения ООП и пять основных измерений. То есть это открытая оценка, соответствующая технология, открытое сотрудничество, открытое преподавание и открытые образовательные ресурсы. Таким образом, открытое преподавание значит, что преподаватели должны применять методики преподавания, которые могут помочь учащимся выстраивать свои собственные пути и активно содействовать накоплению знаний как индивидуально, так и сообща. Открытое сотрудничество — это когда мы в командной работе открытое сообщество создаем. Мы провели пару экспериментов во время пандемии COVID-19 о том, как мы создали курс семейного воспитания. И как вы здесь видите, преподаватели рассказывают о различных проблемах различных возрастных групп родителей, о том, какие правила необходимо соблюдать. И затем мы задали такие же вопросы студентам. Студенты должны были поискать онлайн ответы на эти вопросы. И, конечно же, преподаватели здесь больше являются фасилитаторами, а не менторами, не преподавателями. И они предлагают новые ссылки, они рассказывают о том, какие ключевые слова студенты могут использовать и так далее. И затем все обучающие материалы, собранные студентами, могут использоваться в качестве дополнительного учебного материала и загружается онлайн. Также выдается CC-лицензия для использования в данном контексте. И что касается открытой коллаборации, открытого сотрудничества, мы используем Tutiao. Это практически Facebook китайский, который также может использоваться для образования, но и в том числе для того, чтобы преподаватели имели возможность задать вопросы студентам, и студенты в этой же социальной сети отвечают на эти полученные вопросы, и студенты, кроме того, имеют возможность оценивать друг друга, а также дать обратную связь друг о друге в виде ответов для того, чтобы можно обеспечить их самооценку. Это один из примеров того, как мы используем ООП. И в этом контексте мы произвели книгу в сотрудничестве с ЮНЕСКО «Хайки» на русском языке. И эта книга охватывает различные сферы применения ООР и ООП в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, которые были в конце 2019 года опубликованы относительно применения ООР, которые практически все пять целей охватывает. И здесь вы можете найти все абсолютно детали, о которых я только что говорил.
И, конечно же, я также могу поделиться этой книгой с организаторами сегодняшнего вебинара для того, чтобы вы могли ее получить. И, кроме того, вы также можете получить ее на IID-веб-сайте. Доктор Ахмед, я прошу прощения. Вторая книга. Решайте, потому что временный лимит закончился. Спасибо. Да, спасибо. Да, хорошо. Буквально последняя книга «Использование открытых образовательных ресурсов и практик для людей с ограниченными возможностями». Так что большое спасибо. Спасибо большое, доктор Ахмед, за такую содержательную презентацию и за то, что вы очень подробно описали те шаги, на самом деле, как создавать и использовать открытые образовательные ресурсы и за те примеры, которые вы предоставили. Сейчас позвольте перейти на небольшую сессию вопросов и ответов по двум представленным презентациям. Из-за временного лимита мы, к сожалению, возьмем только максимум два вопроса каждому спикеру. И на остальные вопросы мы просим спикеров ответить в режиме чата или в окне вопросов и ответов в Q&A box. Первые вопросы будут спикером из Керис. Дорогие Хёдже Хвансон, поступил такой интересный вопрос о качестве, да, того контента, который предоставляется в рамках тех открытых ресурсов, которые вы представили. Я вопрос этот, то есть этот вопрос пришел от Фархата Жумабаева. Он спрашивает о том, в вашей стране как и кто гарантирует качество содержания программ, то есть которые присуждают степень, да, или которые не присуждают степень, и как качество онлайн-оценивания, да, или дистанционного оценивания, этот процесс обеспечивается, то есть как обеспечивается качество онлайн-оценки. Let me give you an answer. Позвольте мне дать ответ. Во-первых, вузы разрабатывают содержание, а мы помогаем им размещать его на платформе, например, KOER. Керис проходит через своеобразный обзор данного содержания для того, чтобы обеспечить качество. То же самое делается и для содержания OER, для первичного, для начального и среднего образования. То есть также специалисты из Керис проверяют новое содержание, которое разрабатывается для этих сегментов. Фактически содержание CW, оно не базируется на каких-то кредитах, а может использоваться в качестве обучающих материалов для обычных обучающих курсов. Однако AOECR и KOER, они имеют специализированную функцию через оценку, через специализированную программу помощи преподавателям и профессорам и преподавательскому составу. Хотел бы еще раз добавить то, что касается контроля качества. Хотел бы отметить факт того, что вузы, система высшего образования в Корее, вузы, они имеют, так сказать, более или менее автономию. То есть они практически автономны с точки зрения создания содержания, где, скажем, в то время как образование для начального и среднего дистанционного образования, практически все это содержание, оно проходит через Керис, через проверку содержания Керис, обеспечение качества. А вузы, они сами могут автономно этим заниматься. То есть нужно отметить, что вузы, они немножко более свободны в своих подходах. И каждый вуз, возможно, в общем, им практически можно решать, каким образом использовать ресурсы, которые у них имеются. И Керис в этом случае, мы проходим просто уже вторичный обзор, вторичную проверку. То есть это вот небольшая такая тонкая разница в системах контроля качества, которая проводится для начального и среднего образования и пакетов высшего образования. Спасибо. Спасибо большое. И второй вопрос от Ху Хуа Фан.
Вопрос звучит так. Как используются корейские открытообразовательные ресурсы? И, то есть они являются частью программ университетов, либо они больше для, либо не только для самообучения? У вас есть какая-нибудь статистика для того, чтобы поделиться? Ну и другие вопросы, они также касательно названия, либо по статистике, по данным, поэтому просим на них ответить в Q&A-бокс. Ну, да, если сможете ответить на этот вопрос, спасибо большое. Да, хорошо. То, что касается, каким образом, как используются KOR, открытые образовательные ресурсы, как раньше упоминалось, это предоставляется сейчас в качестве дополнительного проекта поддержки для вузовского образования, для вузов, у которых не имеется адекватной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить спрос на дистанционное образование. Я уверен, что Корея, как и другие страны во всем мире, то есть с апреля, с момента пандемии, произошел массовый рост потребностей в дистанционном образовании. Фактическое использование дистанционного образования, OER и фактического содержания ресурсов, фактически сами вузы решают. До начала этой пандемии, как правило, это использовалось различными институтами, которые distance education. То есть те, кто не использовал систему дистанционного образования до COVID. Потому что сам проект, сам по себе, он, основная цель данного проекта KOR состоит в том, чтобы обеспечивать, то есть вот этот спрос на, резко возросший спрос на вот это дистанционное обучение. То есть для того, чтобы перекрыть пробел между различными регионами, как я кратко отмечал ранее, фактически в реальности есть определенный пробел в возможностях между регионами и вузами. Если эти пробелы не устранять, то есть определенная озабоченность, что эти пробелы в системе готовности между вузами могут привести к пробелам в разнице между регионами, потому что вузы, они же разбросаны по территории всей страны, что в конечном итоге необходимо отметить. Основная цель проекта KOR состоит в том, чтобы... То есть взаимовыгодный эффект, то есть равный уровень образования в рамках на территории всей страны или в разрезе всего общества. Думаю, на этом я остановлюсь. Спасибо большое, дорогие Хюдже и Хвансун, за ваши ответы. Просим, если вы сможете ответить на остальные вопросы, которые поступили именно вам, ответить в окне вопросов и ответов. И следующий вопрос. Я думаю, что мы возьмем один вопрос, потому что думаю, что здесь поступили два вопроса доктору Ахмеду, и мы из-за ограничения по времени мы возьмем один вопрос. На второй вопрос доктор Ахмед, просим вас ответить также в Q&A-бокс. И вот вопрос к вам, доктор Ахмед, от Фархада Жумабаева также. Он спрашивает, каким образом образовательные ресурсы адаптируются для инклюзивных групп, для инклюзивных сообществ? Спасибо.
Thank you so much for this question. Большое спасибо за данный вопрос. На самом деле, для обеспечения инклюзивности, это люди с ограниченными возможностями, инклюзивность для людей из сельских регионов. Но основная тема – это, конечно, сельское образование. Итак, для сельского образования, как я говорил, основное – это открытость. В отличие от коммерческих ресурсов, открытые образовательные ресурсы, их очень легко можно использовать на основании открытой лицензии, что означает… Давайте приведем простой пример. Например, учебники. По учебникам, если они не имеют открытой лицензии, мы не можем повторно их использовать в нашем контексте. Во-первых, нужно их приобрести. Для того, чтобы их приобрести, необходимо иметь средства. А если средств нет, то нельзя использовать учебники. И я не могу использовать их в моем контексте, потому что нужно запрашивать разрешение у других. Потому что это публицисты или издатели, они имеют право и необходимо платить деньги для того, чтобы использовать данные учебники. Однако, если использовать учебники из открытых источников, то есть, например, в США такие имеются, в Юго-Восточной Азии, в Китае, можно использовать подобные учебники в моем контексте без каких-либо проблем. Конечно, то, что касается открытых лицензий, приведу еще один пример из контекста, например, в Арабской Азии только 3% содержания на арабском языке. То есть все содержание, только 3% его на арабском языке. Решение, которое мы сделали, мы публикуем большое количество учебников на китайском языке. Эти учебники, они являются открытыми. Так как это открытая лицензия, мы очень легко их переводим на арабский язык. И далее все люди могут начинать учиться по этим учебникам на арабском языке. То есть с открытой лицензией можем легко переводить эти учебники и использовать их в нашем контексте. Нет необходимости платить за что-то, что-то еще делать. Однако, если эти учебники не имеют открытой лицензии, конечно, нужно обращаться к издателю. Издатель будет просить заплатить, придется платить, а если денег нет, то заплатить мы не сможем. То есть вот простой пример использования открытых учебников, в частности, с мировой точки зрения, каким образом можно обеспечивать инклюзивность даже для тех, у кого нет средств. В частности, в системе сельского образования одна из основных проблем – это, конечно, качество ресурсов, качество обучающих ресурсов – это одна из проблем, поэтому это очень легко достичь, улучшая ли повторное использование источники, открытые образовательные источники, то есть использовать открытые учебники, переводить их на любой язык, на китайский, на русский, на любой язык очень легко, без каких-либо проблем. Большое спасибо. Спасибо большое, доктор Ахмед, за ваш развернутый ответ. Я думаю, что там вот был еще один вопрос вам, если вы можете на него ответить по лицензии. Было бы, мы будем признательны в Q&A-бокс, если вы сможете ответить на него. Ну, мы продолжим, и сейчас мы начинаем следующие презентации. И для следующего слова я хочу предоставить господину Санжару Кинджиханулу, исполнительному директору из Blim Media Group Казахстан. Санжар представит цифровые решения и ресурсы, которые они предлагают для сельских школ и отдаленных районов. Уважаемый Санжар, вам слово. Спасибо, Миргуль. Слышно же, да? Да, слышно. Угу. Ага. Хорошо. Саламатсыздар ме, құрметті әріптестер. Greetings, dear colleagues. Let me share my screen. И я, наверное, на русском. Уважаемые дамы и господа. Презентацию видно, да? Видно же, да, презентацию? Можно начинать, да? Да, видно. Угу, спасибо. Ага, хорошо. Значит, вот хотел поблагодарить за организацию семинара и начать с того, что вот у нас команда, которая, правда, вот, имеет одну единую миссию – это качественное образование, доступное всем,
С этой миссией мы начали работать с 2010 года, и всю свою жизнь как команда мы посвящаем именно этой миссии. Если кратко о том, кто такие Blim Media Group, мы с 2010 года работаем в сфере цифрового образования, начинали с социальных проектов, перевода Википедии на казахский язык, добавления казахского языка в Google Translate, и параллельно разрабатывали свои образовательные продукты, которые с точки зрения качества образования, с точки зрения его доступности могли бы быть максимально полезны и действительно помогали бы в первую очередь вот в Казахстане, в сельских школах, в городских школах трансформировать образование в правильном направлении. С 2011 года мы начали, зарегистрировали свою организацию. На сегодняшний день у нас 250 специалистов, которые являются энтузиастами создания качественного образования. И мы в течение этих 10 лет работаем со всеми школами Казахстана. То есть у нас 5 основных образовательных продуктов, которые имеют в себе более 100 тысяч образовательных ресурсов на казахском, на русском, на английском языках. И когда началась пандемия, получается, это весной, если помните, школы вот в Казахстане, они закрылись в конце третьей четверти, и началась очень быстрая подготовка всей системы образования к дистанционному обучению. Министерство образования инициировало решение по дистанционному обучению среди вот компаний, как мы, организаций, как мы, которые могли бы дать свои ресурсы, свои образовательные наработки для общего доступа. И в этот период мы открыли наши ресурсы, то есть Blimland, онлайн-мектеп, которыми пользовались учащиеся, учителя по всему Казахстану. И специально для четвертой четверти мы разработали 3000 видеоуроков по каждой теме, которые транслировались по двум телеканалам Казахстана. Это Балапан и Ел-Арна. В конце четвертой четверти, конечно, ссылаясь на разные исследования по миру, мы начали подготовку к новому учебному году, то есть вот к осеннему новому учебному году, куда мы пригласили Назарбаев интеллектуальную школу для того, чтобы можно было бы полностью собрать быстро, в кратчайшие сроки, то есть в течение 3 месяцев, весь необходимый материал учебный по 42 предметам на казахском и русском языках. То есть с Назарбаев интеллектуальных школ было привлечено 521 педагога в нашей компании, 250 специалистов. И мы работаем сейчас на единую цель для того, чтобы обеспечить качественное образование во время пандемии через нашу платформу onlinemikteb.org. Мы не смогли, к сожалению, конечно, сделать это бесплатно, потому что, как многие понимают, контент, особенно видеоконтент, интерактивный контент, он очень дорогостоящий. И мы подписывали договора с каждой школой, которая хотела использовать и применять наши ресурсы. Сегодня, получается, на онлайн-мектеп у нас 3650 школ. Цены у нас очень доступные, там в среднем получается на одного ученика, учителя у нас 111 тенге. И остальные школы, которые вот ранее в течение уже более 5 лет с нами сотрудничают, они и так подключены к нашим ресурсам в Blimland. Это более 6100 школ. То есть всего по Казахстану с нами работает 7096 школ, среди которых 2884 – это малокомплектные школы, так называемые, в которых не хватает педагогов,
в которых мало учеников, не хватает определенных учебников, содержательного материала. Вот для этих школ мы предоставляем наши ресурсы. Если вкратце позволите, я вам покажу статистику. То есть в Казахстане сейчас очень сильно востребованы электронные образовательные ресурсы. То есть вот здесь три статистики. Первая – это Zero.kz, казахстанская независимая статистика. В ней вы можете видеть наш образовательный ресурс, который сейчас действительно очень-очень востребован. В день у нас более 1 миллиона пользователей, просмотров более 30 миллионов. То есть в Казахстане действительно сейчас дистанционное обучение в большом спросе. Учителя быстро, конечно, тяжело, но адаптировались. Ученики, родители испытывают определенные сложности, проблемы, но преодолеваем, предоставляем огромное количество тренингов, помощи. И здесь, конечно, работа должна идти двусторонняя и с нашей стороны, но и со стороны пользователей, да, которые должны тоже понимать, что это общая такая боль во всем мире, дистанционное обучение во время пандемии. И в большей степени мы получаем очень хорошие положительные отзывы. Конечно, есть проблемы. Вот если смотреть на Яндекс, то у нас вот за весь этот период это более 10 миллионов, это получается, вот здесь написано пользователи, но это разные устройства. Большинство устройств – это мобильные устройства, 70% они заходят на сотовых через смартфоны, то есть нехватка компьютеров в домах ощущается. В школах тоже не хватает компьютеров, но сейчас, конечно, вы знаете, что в Казахстане закупается 500 000 оборудования, которые предоставляются для учащихся и учителей. Если смотреть на Google Analytics, то тоже здесь очень огромные внушительные цифры. То есть сейчас в Казахстане со своими проблемами, конечно, но дистанционное обучение является доминантной. И несмотря на определенные сложности в применении ИКТ, знаний, компетентности, нехватки оборудования, сложности с интернетом, особенно в сельских местностях, спрос на цифровое образование, он огромный. И, конечно, цифровизация с образовательного сегмента быстро-быстро набирает обороты. Теперь что мы сделали? Мы подготовили на первую четверть 5700 уроков на казахском и русском языках по адаптивному персонализированному обучению, то есть так, чтобы ученики могли заниматься в асинхронном формате. Это более 100 тысяч упражнений по 42 предметам. И, конечно, предоставили возможность заниматься синхронным формате, то есть это использование таких видеоконференц-связей, как Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Мы интегрировали Zoom в нашу платформу онлайн-мектеп. Также дополнительно предоставили open-source решение, то есть это Jitsi, при помощи которого педагоги могут общаться напрямую со своими учениками, но мы видим по статистике, что более 70% – это обучение в асинхронном, то есть обучение в то время, когда есть свободное устройство дома, ученик может пользоваться, есть интернет-связь хорошая, и независимо от времени ученики могли заходить и использовать ресурсы. Конечно, огромную роль имеет, какие материалы мы предоставляем. Я вот вкратце вам хотел озвучить. Тут у нас вот и начальная школа, казахский язык, казахская литература, русский язык, русская литература, физика, химия, биология, информатика, алгебра, геометрия, математика, английский язык, география, история Казахстана, всемирная история, естествознание. Конечно же, здесь необходимы были предметы и комплексное эстетическое направление. То есть мы работали с педагогами по музыке, по художественному труду, по физической культуре. Мы сделали очень хорошие, интересные, полезные ресурсы, которые действительно сейчас в хорошем использовании. Ну и дополнительно здесь отдельно мы вот новые предметы, они были буквально вот последние 2 года добавлены в госсостандарт. Это вот графика проектирования и основы предпринимательства. Это вот список всего каталога предметов, которые есть на нашем сайте. Максимально наши дизайнеры, IT-разработчики приложили, чтобы интерфейс был удобный, интуитивный, понятный, и можно было действительно быстро и легко
применять ресурсы. Когда мы говорим о стандартах и по какой методике необходимо было разработать, мы очень много над этим думали. У нас вот в течение 10 лет опыт. И, конечно, здесь творчество педагога, оно не имеет границ. Поэтому у нас 4 основных направления. Это смешанное обучение, то есть blended learning, адаптивное обучение, где контент адаптируется под уровень ребенка, под уровень школы. То есть у нас в Казахстане есть вот малокомплектные школы, средние школы, лицеи, гимназии. С одной стороны, это очень тяжело подобрать и разработать контент для всех потребностей. Но именно адаптивное обучение, где есть разные уровни, то есть у нас 9 уровней, 3 основных — это A, B, C, то есть A, B, C. И каждый из этих уровней делится еще на 3 уровня, то есть у нас 9 уровней. И, в принципе, каждый ребенок себе может найти под его уровень необходимые упражнения. Перевернутый класс, flipped education, то есть это где ученики сами до занятий пробуют, пытаются понять, и потом уже во время занятий спрашивают или делятся тем, что они поняли и не поняли. И там уже идет, что ученики объясняют урок. Да? И персонализированное обучение — это то, что вот в малокомплектных школах очень хорошо развито, то есть самостоятельное обучение, нехватка педагогов. Один педагог может охватывать несколько предметов. Конечно, здесь теряется качество, поэтому наши ресурсы в обильном количестве закрывают вот этот нехватающий пробел. И мы видим, что и в онлайн формате использование очень хорошее. И я отдельно сейчас расскажу про наши образовательные девайсы, которые также в этом году пользуются огромным спросом. Там именно применяется персонализированное обучение. Когда мы говорим про канал, мы очень долго думали для управления, потому что возникает вопрос обратной связи, интерактивности и роли отчетности обучающего процесса. Поэтому у нас есть создание классов, управление учениками, онлайн-формирование расписаний, выполнение упражнений в режиме реального времени, мониторинг каждого учащегося. Есть чат с классом, есть чат прямой, индивидуальный, где ученик, который, возможно, не успевает или имеет конкретные вопросы по тому или иному там, упражнению или теме, он напрямую может индивидуально переговорить со своим педагогом, либо родители могут иметь вопросы непосредственно по успеваемости ребенка и напрямую общаться в онлайн-режиме. То есть это не так, что где-то там, в WhatsApp, где-то в Telegram, в едином окне, в едином портале это происходит. Онлайн домашнее задание, проверки, выставление оценок, журнал, конструктор для собственных. То есть у нас есть темы, которые мы, возможно, не охватили. И у нас предоставляется конструктор, где сами учителя могут создавать свой контент. Для оценки знаний мы предоставляем конструктор для так называемой SOCHI, то есть это суммативное оценивание по разделам, промежуточные тестирования и суммативное оценивание четвертные, да, то есть в конце четверти, в конце семестра, чтобы можно было провести оценку каждого ученика. Статистика и аналитика у нас предоставляется и для руководителей в Министерстве образования, для руководителей в областных управлениях образования, для школ директоров, для районников, для того, чтобы они могли видеть, сколько часов преподает учитель, сколько заданий высылается, сколько выполняется. И, конечно, вот видеоконференц-связь, мобильные приложения для iOS и Android. Серверные возможности мы сильно усилили. У нас были большие хакерские атаки, DDoS-атаки. В Казахстане очень большая конкуренция. И мы получили огромную поддержку от Министерства цифровизации и Комитета национальной безопасности, которые предоставили нам свои фаерволы для того, чтобы отбивать. У нас были атаки именно из за рубежа Казахстана, то есть определенные конкуренты, мы так предполагаем, по крайней мере, пытались сломать нашу систему, и наша IT-команда совместно при поддержке КНБ тоже выстояли. Вы превысили временной лимит, если вы могли бы ускориться,
Да, я тогда вкратце, да, закончу. Спасибо. Я презентацию вышлю, вы детали сами можете все просмотреть, основные цели, задачи. По инклюзивному обучению, то, что мы у себя учили, это максимальное количество субтитров и инструкций в аудиоформате, чтобы можно было самостоятельно изучать наши ресурсы, сидя за компьютером, за своим гаджетом. Дополнительно у нас имеются ресурсы и не только по национальным государственным обязательным стандартам, но и ресурсы, которые являются дополнительным образованием. То есть это, позвольте, я вам покажу ресурс вот Академия KZ, это ресурсы для повышения компетенции педагогов, которые также имеют специальный курс, как использовать те или иные дистанционные обучения вот именно в период пандемии. Огромная работа была проделана командой вот Академии KZ для того, чтобы поддержать педагогов. КТАП KZ – это более 5000 книг, аудиокниг, и является открытой библиотекой Казахстана. Огромные ресурсы именно для поддержки казахского языка, но при этом предоставление безграничного, огромного каталога книг в бесплатном формате, то есть это абсолютно без какой-либо оплаты для всех, кто хочет слушать аудио и читать виртуальные книги. У нас есть ресурс OpenU, это вот открытый университет, это при поддержке государства сделанный открытый университет, также он бесплатен, это так называемые MOOCs, то есть это видеоресурсы, 100 книг, которые были переведены, самые популярные в Казахстане для университетов высшего образования, имеют видеоресурсы, которые также доступны на казахском и русском языках. Если есть какие-то вопросы, если мы чем-то можем поделиться опытом нашим, помочь, мы будем очень рады. Всем спасибо. Спасибо. Я думаю, что если будут вопросы дополнительные, то участники смогут задавать их в Q&A бокс. Ну, а для нашей завершающей, последней презентации я хочу предоставить слово господину Флориану Маркусу, советнику по цифровой трансформации из информационного центра и Эстонии, для презентации об онлайн-образовании в Эстонии. Уважаемый Флориан, вам слово. Good morning from Tallinn. Thank you very Доброе much. Утро из Таллина. Спасибо большое за приглашение. У меня два обещания. Прежде всего, я максимально использую 10 минут вашего времени. И второе обещание, что я расскажу об электронном образовании в Эстонии. Конечно, я продемонстрирую свой экран. И здесь у меня есть тайминг. Замечательно. Да, действительно, я являюсь советником по цифровой трансформации и различным правительствам в мире. Я рассказываю о том, как цифровизация работает в Эстонии. Сегодня мы поговорим об электронном образовании, особенно об открытых образовательных ресурсах. Но, конечно же, есть смешанные новости. Правда заключается в том, что Эстония в первую очередь не фокусируется на полностью открытых образовательных ресурсах. А у нас применяется больше смешанный подход, и я расскажу вам о том, что это значит. Я должен сказать, что Эстония начала, наверное, гораздо раньше, чем все остальные постсоветские республики с трансформацией цифровой, потому что в 1994 году мы приняли стратегию по цифровизации, и в 2002 году мы уже начали полностью цифровизацию всех образовательных материалов. И каждая школа в нашей стране может получить легальное право перейти на электронную школу. И это не означает только использование открытых онлайн-ресурсов, но это прежде всего касается инфраструктуры школы. Таким образом, как вы видите на этом слайде, преподаватели могут управлять в цифровом режиме своими уроками, дети могут загружать учебные материалы. Эта программа на самом деле помогла очень много времени преподавателям
сэкономить практически около 45 минут в день ежедневно. И кроме того, эта система позволяет вам, ну, скажем, если у вас есть, например, ребенок, и ребенок не хочет идти в школу, он может, например, подделать подпись своего родителя. Я думаю, что это случается, эта проблема не только Эстонии, наверное, проблема детей во всех странах мира. И поэтому мы смогли на 30% сократить сбегание с уроков учениками, потому что у нас есть электронная подпись для всех студентов, учеников и родителей, и поэтому это юридически обязывающее обязательство применять цифровую электронную подпись, и дети больше не могут эту подпись подделывать, потому что это чисто цифровой процесс, и только родители знают свою цифровую подпись. Есть также и хорошие новости, потому что в Эстонии, да, действительно, вы должны заплатить за большее количество лицензий, но только если вы их используете в более широком масштабе. Но многие компании имеют так называемые единичные лицензии, когда вы можете использовать лицензию однократно и за это заплатить один раз. В Эстонии правительство и Министерство образования оплачивает этим компаниям за эти лицензии. Таким образом, и школы могут сконфигурировать, какие именно образовательные материалы являются наиболее полезными для школы, которые они будут намереваться использовать и в будущем. Поэтому мы автоматически фильтруем, что является самым лучшим, самым интересным и используемым контентом для наших студентов по разным предметам и для разных уроков. Что касается контекста пандемии COVID-19, конечно, это было достаточно сложно для нас, потому что у нас также есть офлайн физические проводимые уроки, но у нас разработаны руководства, в соответствии с которым мы будем абсолютно все образовательные материалы цифровизать. И, по сути дела, нужно сказать, что мы должны были это сделать до 2020 года, поэтому с этой точки зрения это был идеальный график для нас. И правительство также объявило, что в следующий понедельник мы собираемся закрыть абсолютно все школы в стране, и мы сказали, окей, тогда мы будем продолжать образование онлайн. И все учебные материалы уже были для этого готовы. И, конечно, есть небольшой дефицит, нехватка, как я уже также говорил и в предыдущей презентации, особенно у крупных семей в наличии компьютерных девайсов, потому что, ну, конечно, в каждой семье есть компьютеры, но у вас трое детей, тогда у вас нету трех лаптопов, трех комнат, где вы можете рассадить детей. Но, тем не менее, правительство запустило национальную программу, когда люди могут, скажем, свои вторые компьютеры или ненужные девайсы передать школам. И в этом контексте было тоже кое-что еще, потому что эстонские компании, те, о которых я говорила раньше, для школьной системы, для цифровых образовательных материалов, решили временно открыть свои системы, сделать их доступными для остального мира. И я покажу вам, где находятся эти материалы. Это страница, которая называется educationnation.mas. И я вам, конечно, эту ссылку предоставить, где не только эстонские компании, но и компании, скажем, наших северных соседей, наши друзья из Швеции, Финляндии и других скандинавских стран делятся с нами своими образовательными материалами по, скажем, изучению иностранных языков или кодировки, математики и так далее. И вы можете увидеть, для каких классов, для каких уроков вы можете получить в свободном доступе эти материалы, и можете протестировать эти материалы в течение 60 дней, чтобы убедиться, что этот материал пригоден для вас, и который помогает вам проводить ваши онлайн-уроки, независимо от того, где вы находитесь физически. И совсем немножко о будущем. Это больше касается физических школ, но есть, тем не менее, один момент, о котором я хотел бы в этом слайде поговорить, и это прежде всего первый момент – это проактивные правительственные услуги, которые мы сейчас используем в Эстонии. Мы используем их и для других секторов. Это значит, что эти сервисы мы предоставляем активно
населению, но только когда мы знаем, что вы имеете право на получение этой услуги. Например, у вас в семье рождается ребенок, тогда вы уже можете зайти на закладку гражданства на нашем портале, и вы сразу получите поздравление с тем, что у вас родился ребенок, и сразу резервируется место в школе для вашего ребенка через 6 лет. И таким образом каждая школа также получает такое уведомление. Будьте внимательны, потому что через 6 лет у вас на столько-то студентов будет больше. И таким образом вы будете иметь хорошее представление о том, сколько вам понадобится новых классных комнат и какое количество учителей вам потребуется через 6 лет. Таким образом, вы можете уже сегодня приступить к обучению преподавателей, к подготовке соответствующей инфраструктуры, чтобы через 6 лет она уже была. Это еще один подход, каким образом улучшать качество образования. Даже мы не говорим о цифровых обучающих материалах, хотя мы, конечно, обращаем особое внимание на цифровые обучающие материалы. Это одна из причин, почему у нас такие хорошие показатели в рамках рейтинга, то есть в рамках системы глобального образования. То есть у нас ранг очень хороший. Оставшееся время я, пожалуй, оставлю на вопросы. А также, наверное, вам нужно переварить, что это фактически означает для вашей страны, для вашей школы, для вашего района. Жду с нетерпением ваших вопросов. Конечно, всегда можно со мной связаться на LinkedIn, а также можно посылать вопросы по электронной почте. Это все с моей стороны. Вот мой адрес электронной почты. Пожалуйста, продолжайте обучать будущее поколение детей и специалистов во всем мире. Спасибо. Спасибо большое, Флорин, за вашу презентацию. И особая благодарность вам за то, что вы к нам подключились, несмотря на столь раннее время в Эстонии. И сейчас перейдем к сессии вопросов и ответов по представленным двум презентациям. Я первые вопросы адресую Санжар вам. Я вижу, что вы на вопрос здесь хороший уже ответили в Q&A бокс, но было бы хорошо, если вы могли бы также ответить это всем, чтобы был также перевод на английский. Вопрос звучит так. Можно ли использовать данные платформы в автономном режиме? Ведь в сельской местности связь нестабильная. То есть вопрос о том, какой доступ к этим платформам у сельских школ. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я вот ответил, коллеги. У нас два подхода. Первый – это в школах есть свои устройства, компьютеры, планшеты, ноутбуки. Мы для них предоставляем возможность скачивания своего класса на своем языке. То есть, допустим, пятый класс на казахском, и у него вот вся текущая четверть скачивается, и он ее может использовать. Другой вариант – это у нас в этом году только там более 18 тысяч образовательных устройств приобрели школы, колледжи, садики. То есть у нас есть свои образовательные планшеты, ноутбуки, моноблоки, ПК, там интерактивные доски. Они по доступным ценам. Вот в партнерстве с Microsoft и завод, который именно под нашим брендом делает это, патент на образовательное устройство. Мы вот такие два решения предоставляем, и школа уже сама выбирает, что им удобней, что им больше по карману и что им больше нравится. Вот такого формата ответ. Спасибо, Санжар. И, наверное, второй вопрос. Очень хороший, но, правда, очень длинный. Я как-то постараюсь сократить его. Фархад Джумабаев спрашивает, говорит сначала об исследовании ОЭСР про ПИАК, что порядка 15% взрослых в Казахстане указали на отсутствие опыта работы на компьютере, то есть
взрослые не выполняли, согласно результатам ПИАК, задания по решению задач в высокотехнологичной среде. А в связи с этим вопрос к вам, так как хотелось бы услышать ваше предложение. Если правительство нашей страны примет стратегию или политику по обучению на протяжении всей жизни, то какие предложения вы бы предложили, имея большой опыт работы в e-learning? Спасибо. Это очень такой, на мой взгляд, глобальный вопрос, который не имеет такого краткого ответа. Если я вам сейчас скину, конечно, ссылочку, у нас тоже 5 лет есть государственная программа развития образования, текущая госпрограмма по развитию образования, она и lifelong learning. С нашей точки зрения, вот с точки зрения нашей команды, конечно, здесь вот то, что преобладает, это разработка огромного количества контента, цифрового контента. Для таких маленьких стран, как Казахстан, очень важно не отставать от других развитых стран, потому что, ну, наверное, сейчас огромные две такие большие зоны, где так называемая война, да, она идет. Это, конечно, торговая, другая сторона — это информационная, то есть контентная, да. Каждая страна, как нация, если хочет сохраниться, если хочет развиваться и вкладываться в развитие человеческого капитала, развивать свою экономику, она должна вливать огромные ресурсы в разработку доступного, качественного образовательного контента и на собственном языке, и на самых развитых языках, в частности, конечно, английского языка. Да? Такие вещи мировые, как то есть тесты, да, PISA, коллега вот из Эстонии рассказывает, я думаю, что это хороший упор, хороший акцент любой страны, сфокусироваться именно на таких измеряемых тестах, как PISA. Мы тоже сейчас разрабатываем и сделали уже доступными наши ресурсы по подготовке к PISA. И надеемся, что статистика будет лучше, потому что действительно по PISA Казахстан из сколько там, почти 70 стран, то есть последние десятки сейчас находятся, но как государство, как такие компании, как я не знаю, это у меня или нет, то, но, Санжар, я вас не слышу. В сетях даже можно сказать, что... Сейчас я извиняюсь, слышу. Вопрос, да, был? А, просто я вас преобладание... не было слышно. А плохой интернет был. Угу. Ну, я вот то, что третий момент хотел добавить, что огромное преобладание идет в социальных сетях, и сейчас, можно сказать, дети, они получают и воспитательный контент, и образовательный контент в социальных сетях, в частности, в YouTube. Поэтому развивать и делать контент в YouTube очень важно. Вот мы имеем 2 канала, они очень сейчас востребованы, тоже у нас там на казахском сегменте более 200 тысяч подписчиков на казахскоязычный контент нашего канала, то есть мы постоянно в него вкладываемся, это и деньги, и время, и люди, и на русском языке то же самое. То есть для того, чтобы в тех или иных, особенно в мелких странах, шло развитие человеческого капитала и экономики, мы считаем, что очень важно вкладываться в качественный цифровой контент, и чтобы он был максимально доступен, насколько это возможно. Спасибо. Спасибо, Санжар. Также есть еще пару вопросов для вас, но из-за ограничений во времени мы не можем брать их всех, поэтому, если у вас есть возможность, просим постараться ответить в окне для вопросов и ответов. Следующие вопросы Флориану. Здесь вот один вопрос на английском, я его лучше задам на английском языке.
The question is from. Вопрос от Аджая Наяра. Какова была бы стратегия для обучения на основе деятельности инклюзивного образования во время сессии онлайнового обучения? Хороший вопрос. Да, он состоит из двух частей. Первое – это физическое образование и так далее. Но это не совсем текст или видео, или другого типа взаимодействия. То есть эти вещи, они делаются двумя способами. Номер один – многие задачи, которые можно реализовать дома непосредственно, если у вас есть свободная комната, или там, если можно делать физические упражнения, то это хорошо. Но также правда в том, что статистика COVID в Эстонии у нас показатели очень низкие. Последние 7 дней было 16 заболеваний на 100 тысяч. То есть правда также в том, что спортивные занятия, их можно проводить вместе на свежем воздухе при соблюдении дистанции. То есть это частично можно продолжать. То, что касается инклюзивного образования, это самый большой вызов. И Эстония не была готова к этому, потому что основной вопрос, каким же образом можно сделать цифровое содержание легко доступным для людей. Для людей, которые не могут слышать, не могут видеть, или, скажем, имеют другие ограниченные возможности, которые затрудняют этот процесс. Поэтому специализированные школы по инклюзивному образованию в основном это физическое посещение, также это инклюзивное образование, структура инклюзивного образования. Родители полагают на то, что о детях заботятся, когда они уходят на работу. Больше, чем здоровые дети. Я думаю, что цифровизация может помочь решить эту проблему, но не всегда. Флориан, большое спасибо. Следующий и последний вопрос от Саадат Базаровой. Может быть, слишком рано, но что общество и родители думают об онлайновом образовании? Это не так слишком и рано ответить на этот вопрос. Это уже лет 10 существует. В целом родители, они большие фанаты, сторонники, потому что они могут видеть прогресс своих детей. Некоторые дети плохо, плохи в процессе коммуникации. Они не говорят родителям, насколько плохие у них оценки и так далее. То есть дети, конечно, не любят говорить правду, и мы уверены, что когда мы были детьми, мы всегда говорили правду, не всегда делились информацией с родителем. То есть цифровая система, она обеспечивает большую степень прозрачности для всего процесса. Также помогает и преподавателям, и родителям понимать на самом раннем этапе, то есть понимать раньше то, что Санжар упоминал. То есть система раннего мониторинга, у вашего ребенка плохие показатели по-английскому, но, может быть, нужно поговорить об этом. Здесь есть большое количество вариантов, которые можно использовать для того, чтобы удостовериться, что дети продолжают образование, и у них улучшаются показатели в будущем, потому что это благо для всего общества в целом. Флориан. Хорошо, Флориан, большое спасибо. Я думаю, что на этом мы приходим к завершению нашего вебинара, так как мы уже пришли к завершению по нашей программе. Мы говорим огромное спасибо нашим всем спикерам за тот предоставленный опыт, за те практики и инициативы, которые есть в разных странах и которые применяются для обеспечения открытых ресурсов дистанционного обучения и для того, чтобы предоставить качественный контент, цифровой контент, в том числе для инклюзивного образования, а также для тех учащихся педагогов, которые находятся в отдаленных районах. Мы надеемся, что для присутствующих делегатов, представителей Министерства образования стран Центральной Азии, ну и других стран, а также для всех представителей и стейкхолдеров, для тех, кто работает в сфере образования, которые участвуют в наших вебинарах, мы благодарим вас за ваш интерес и надеемся, что сегодняшний вебинар, ну и другие предыдущие вебинары были для вас очень интересны, актуальны. Мы попытались
возможно, где-то минимально, но рассмотреть различные вопросы, которые существуют в области развития навыков в сельских и отдаленных районах Центральной Азии и за ее пределами. Надеемся, что мы с вами сможем увидеться еще, и если у вас есть какие-то вопросы, предложения, просим также их указать в той анкете, которую вы будете автоматически перенаправлены по завершению этого вебинара. Мы благодарны также выражаем свою искреннюю благодарность коллегам из КЕРИС, Корейской информационной службе по образованию и исследованиям, за их постоянную поддержку данной платформы Центрально-Азиатского симпозиума по ИКТ в образовании. И на самом деле коллеги нас поддерживают в очень важном вопросе, и этот вопрос, он, конечно же, сейчас стал наиболее актуальным в свете текущей пандемии, то есть как обеспечивать качественное образование с использованием информационно-коммуникационных технологий. И мы надеемся, что мы будем продолжать такие виды поддержки для сотрудников Министерства образования, для педагогов и преподавателей. Поэтому благодарим вас за сотрудничество, благодарим также всех коллег, кто был задействован в организации данного вебинара. Да, я желаю вам всем крепкого здоровья и всем хорошего дня. На этом завершаем наш вебинар. Спасибо большое. Куб Рахмет, Рахмат, Ташакур. Спасибо большое.